Надо понимать, какую общественно-политическую ситуацию создавалась общенациональное телевидение. Александр Владимирович Лукашенко прекрасно понимал, что необходимо обеспечить президентской власти, сильной президентской власти, выход на большую аудиторию, а это возможно только с помощью средств массовой информации. Стратегически было правильное решение принято. Белтелерадиокомпания – это крупнейший медиахолдинг страны. О самом важном, не упуская мелочей, расскажет «Наше время». В воскресенье в 20:30 после итогового выпуска новостей.